Yeah. Мне здесь недавно сказали, что, оказывается, в видео используются какие-то определенные словечки, которые одинаковые из ролика в ролик. Типа «всем привет». Поэтому сегодня я скажу что-нибудь другое, типа просто «здравствуйте» или «здоровеньки были». У нас сегодня в исполкоме день дублера. Это значит, что сегодня в нашем отделе будет с нами вместе работать девушка. Депутат молодежной рады Лиза. И она сегодня будет участвовать во всех работах, которые у нас запланированы на сегодняшний день. Это часть от нашей летней сцены до скейт-парка, до волейбольной площадки. И здесь задача поставлена Юрием Кирилловичем сделать до Дня города полную реконструкцию этой части парка, этой аллеи. Во-первых, все клумбы демонтируем. Кто-то может опечалиться, кто-то наоборот возрадуется, но клумбы демонтируем. Они не функциональны, ими практически не пользуются люди, и они проблемные. Ну и они плохо выглядят. И как я узнал, они уже даже не в своем таком историческом виде, что вот этот бут этот был сделан уже позже. В общем, примите как факт, клумбы демонтируем. Полностью меняем всю плитку. Это будет новая плитка. Опять же, очень условно скажу, что это будет белая плитка с каким-то орнаментом. И вот этот орнамент, он как раз будет в какой-то мере повторять рисунок этих клумб. То есть мы сохраним легенду, которую можно будет словесно рассказать, что здесь были клумбы, они были вот такой вот формы. Это будет отражено в орнаментации. Фонари будут полностью заменены. Вместо этих фонарей, которые плохо выглядят и ничего не светят, будут вот такие. Современные, правильные, яркие фонари. Схема размещения новых фонарей тоже будет изменена, потому что нынешняя схема, она просто не актуальная. Она рассчитывалась или не рассчитывалась под старые световые модули. Современные же фонари светят совершенно по-другому, совершенно другие пятна могут освещать другую площадь, поэтому мы получим полный проект новый по расположению этих точек освещения, и они будут не такие. И уже исходя из этого нового проекта по расположению фонарей, мы привяжем к ним скамейки. Скамейки должны быть логично расположены в зависимости от расположения осветительных точек. Существующие скамейки тоже будут полностью заменены. Планируем примерно такую. И планируем в опорах этих новых скамеек внедрить еще что-нибудь типа зарядки для телефонов, какой-нибудь беспроводной, может, Wi-Fi, не знаю. В общем, какую-нибудь диджитализацию в этих скамейках хотим применить. У всей аллеи будет два акцента. Первый акцент – это зона летней сцены. Сейчас она в таком сельском виде. Все демонтируем вместе с этим парапетом. И сюда планируется установить новая модульная сцена. Модульная, это вы много раз видели, собирается из металлических конструкций. Примерно будет выглядеть вот так. И ее будет возможно переносить в другое место города и собирать там. Это удобно. А вот здесь будет расположен второй акцент этой аллеи. Это часы. Я уже про это в какой-то мере писал в Фейсбуке. Часы мы хотим реализовать в таком английском стиле. Примерно вот так они должны выглядеть. Это аналог с Киева, когда на опоре расположен циферблат часов. Если смотреть с другой стороны, то мощение новое продлится вот до этой границы, где сейчас дорожка подходит. И где-то вот здесь, по оси аллеи, станут эти часы. Циферблат, что интересно, это вторая легенда будет, которую мы сможем рассказывать. Циферблат этих часов будет с ЧАЭС. Часы, которые раньше висели на административно-бытовом корпусе номер 1. Эти часы висели когда-то там, и это, в общем-то, часть истории. Если мы реализуем точно такой же циферблат, а лучше прямо именно его, то это будет очень такой интересный туристический магнит. Ну и вообще жителям Саутича это будет любопытно, особенно тем, кто работает на станции. Так что в двух словах, это новая аллея с двумя акцентами. Часы здесь и модульная сцена с другой стороны. Все клумбы демонтируем. Новые светильники, новые скамейки. Рассказать это можно за 30 секунд.
а реализация потребует очень много времени и денег. Вчера со Светланой с моего отдела мы поморозили пальчики, но обмерили всю эту территорию. Теперь надо как можно быстрее это все вычертить мне в масштабе, пока я еще помню и могу разобраться в этих каракулях, а дальше уже такая самая обычная проектная часть. Разработка орнаментов, раскладка плитки, ее детальный подсчет для заказа, разработка и привязка всех элементов на этой аллее, согласование между собой всех этапов работ, всех смежников. В общем, самый такой обычный проектный алгоритм. Надеюсь, что мы выполним этот проект качественно и выполним срок. Все, пока. Мы здесь сегодня с Колей, он снова помогает нашему отделу со съемкой с квадрокоптера. Это оказалось очень удобно, очень экономит время, особенно когда это такая детальная фотография сверху, по которой можно прямо рисовать схемы. Это наглядно и для нас, и для подрядчиков, которые потом выполняют работы. Так приходилось многое либо вычерчивать самому, либо что-то на коленке, на пальцах объяснять. Это всегда прямой путь к недопониманию и к ошибкам в проекте. Квадрокоптер и Коля очень упростили нам работу.